Здравствуйте, зрители моего канала, с вами Надежда, и это интернет-проект Faberlic Online. В этом видео покажу вам новинки 6-го каталога, это будет детская одежда. Покажу вам вот такую красную кофточку для девочки, затем покажу вам поло, вот такое для мальчика, и покажу бижутерию для девочки, это вот такие вот красивые бустики. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Ну, начну я с кофточки детской. Что у нас здесь написано? Трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 198-307, цвет коралловый, 100% хлопок. Сделана в Бангладеш. Вот такая вот интересная кофточка. У ней воротник. Смотрите, как сделан. Здесь идет такая веревочка, которая пристрочена, которая не дает растягиваться вороту и держать всегда горловину в хорошем состоянии. То есть она не растянется у вас, в отличие, вот как с этой стороны, смотрите, спереди этого нет, а вот сзади добавлена такая штучка. Это говорит о том, что вот здесь не будет растягиваться. Ворот будет всегда в хорошем состоянии. Вот такой вот рукавчик у нее интересный. С дырочками и с завязочками с такими. Смотрите, как красиво. Красивый принт. Девочка такая. Это рисунок нанесен красочкой. Но очень так аккуратненько, тоненько все. Вот низ у этого изделия, все хорошо обработано. Все строчечки очень хорошо сделаны. Такая красивая кофточка. Еще раз покажу, цвет у нее такой коралловый. И вот это идет сертификат, который подтверждает высокое качество и комфорт продукции. И заявляет, что это 100% авторский продукт. Вот эта вот штучка. Вот такая вот очень классная кофточка. Я думаю, что девочка в такой кофточке будет нарядно смотреться. Да и детишкам вообще понравится такая кофточка. Класс. Ну и теперь давайте покажу вам поло для мальчика. Заявлено у нас, что здесь джемпер с воротом поло, с коротким рукавом для мальчика. Цвет синий-белый. Размер это 110, артикул у него 198-400, состав 100% хлопок. Сделано тоже в Бангладеш. Ну и то же самое, также сертификат, подтверждающий высокое качество этого изделия и авторское изделие. То, что это. То же самое. И вот такая классная кофточка поло. Очень плотный трикотаж, плотнее, чем кофточка детская красная. Здесь это поплотнее, намного плотнее, кофточка полегче. Такой хороший рисуночек, полосочка по горлышку. Сама такая кофточка с такой полоской красивой. Отделана на пуговички. Очень хорошо все. Здесь, где вы отстегиваете по вороту, там красная отделка идет. Такое контрастное. Когда будет расстегнуто, будет даже вообще красиво смотреться. Посмотрите, как здорово. Это не критично, ниточка там висит. Вот такая красивая кофточка. Резиночка по рукаву идет. Такая плотная резиночка. Она будет держать форму. Так же, как и на воротничке, такой плотный воротник. Прям видно, да? Вот, смотрите, насколько плотно. Тоже отделка по вороту красная. Это все идет такая, как ткань. Тоже не будет растягиваться ворот совершенно. Это не даст ему растянуться. Вот видите, какая отделка.
Замечательно, просто замечательно. Настолько все качественно сделано. Действительно, действительно качество изделия. Супер. Воротничок, вернее, не воротничок, а по краю, как сказать, по плечу. Такая прострочка. Очень хорошая. И прострочка по низу. Все ровненько, все аккуратненько, обметанный шов. Замечательно. Действительно высокое качество изделий. Очень хорошее. Самое классное, это что вот действительно не будет растягиваться ворот. Вот такая кофточка. И покажу вам бусики. Я их еще сама не открывала. При вас открываю. Вот такое интересное украшение. Здесь идут бусики и браслетик. Набор детской бижутерии. Артикул 600-231. Здесь идет материал пластик и железо. И сделано в Китае. Но качество мне понравилось. Смотрите, вот я прям держу в руках. И очень такие интересные бусинки все разные. Бантик такой прям кокетливый. Как жемчужинка прям. Все переливается. И действительно очень хорошо все сделано. Вот просто действительно хорошо. Прям класс. И такой же маленький браслетик. Тоже с бантиком. Бижутерия мне прям очень понравилась. Не скажешь, что она дешевая. Вообще здоровская. Классная бижутерия. Ну все, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кто хочет стать дисконтным покупателем, ссылочка на регистрацию внизу. Проходите по ссылке, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная, паспортные данные не нужны. С вами была Надежда. Всего вам доброго.